Бой, победа, кувырок, скричер, батл, бросок. Бой, победа, снова, снова, не уйти от сердца слова. Вот где найдешь край вселенной надежды и мечты. Ярко огни вселенной светятся, смотри. Дикие скричеры победы впереди. Я не боюсь испытаний и в бой готов идти. Дикие скричеры победа впереди. Бой, победа, кувырок, скричер, батл, бросок. Плечом к плечу поможет друг, как ты ему помог. Финальная битва. Этот скричер слился с силой 12 воинов? А-а-а, красота! Согласно легенде, этот суперскричер уже побеждал Рошина. Это Original King. Ксандр, финальная битва началась. А? Этерлордс! Ринго, давай победим Рошина и сдержим обещание защитить Вселенную. Давай, Хэви Армор! Всем приготовиться! Мы победим Рошина! И спасем Вселенную! Да! Вытащим вас отсюда! Молния уже поглотила звезду воина! Она скоро поглотит и остальные планеты! Робот! А, Ксандр! Рад тебя видеть! Думал, Рошин тебя одолел! Прекрати! Битва еще не закончилась! Робот-жук, нужно срочно кое-что сделать! Эвакуируй народ с остальных планет, пока до тех не добралась шаровая молния! Хорошо, приступаю! Коммуникаторы! Ребята, слышали принцессу Лакин? Давайте начнем! Слушаем, сэр! Ребята, мы у главной звезды! Погоди, Рошин! Мы победим! Неплохо! Вы даже призвали Original King. Только все зря. Вы никогда меня не остановите. Что? Рошан, нельзя делать, что вздумается! Ты не прав!
Мы защитим Вселенную! Хоть я не достоин прощения за содеянное, я попытаюсь победить тебя! Вперед, Ориджинал Кинг! Хватит сопротивляться! Все зря! Беда! Точно! Вы правда верите, что победите с Ориджинал Кингом? Давайте покажу, кто такой на самом деле Тадеуш! Вы почувствуете настоящую безысходность! Ха! Вот какова истинная сила моего могущественного скричера Тадеуша! Не верится, как он силен! Ну и ну! Он слился со скричером! А? Невероятно! И как нам его победить? Мы сможем! Давай, Ориджинал Кинг! Вперед! Бесконечный хаос! Он испарился! Но куда же он делся? А? Берегись! Лео! Дрейк! Джун! Филипп! А теперь я смогу поглотить вашу силу! Осталось 8 воинов! Отдайте мне свои силы! Злодей! Мы в прямом эфире рассказываем свежие новости о том, что происходит во вселенной Эра. Всего минуту назад шаровая молния поглотила звезду воина и быстро летит к соратнику. Главная звезда выделила корабли для эвакуации. Но скажите, куда нам теперь лететь? Мама... Ничего, нужно довериться воинам. Принцесса! Я так долго не продержусь. Злодей! Из-за его атак мы не можем напасть. Рошан! Ты трус! Выходи и сразись! Именно Стрелец и Рак возглавляли миссию по моему заточению. Как их наследникам, вам наверняка тяжело видеть, как я забираю ваших драгоценных друзей одного за другим. Я! Нужно что-то сделать! Я знаю, как его найти. В хаосе он невидим. Но если двинется, его выдаст ветер. Так что следуйте за ветром. Что? За ветром? Но мы же не видим ветер! Джозеф вам поможет. Ты же чувствуешь движение ветра. Я вас не подведу. Он здесь! А это зря! Не убежишь! Вперед, Ориджинал Кинг! Сработало! Молодчина, Джозеф! Вы мне мешаете! Уйдите с дороги! О нет! Патрик! Джозеф! Теперь осталось 5 воинов! Отдайте мне вашу силу!
Ориджинал Кинг! Не мешайся у меня под ногами, принцесса! Ваше высочество! Янг! Клянусь защищать вас, даже ценой своей жизни, ваше высочество. Принцесса, позаботьтесь о себе! Нет, Янг! А, но что? Злодей! Еще не отчаялись? Космические войны вы проиграете! Нет, ради Янга и остальных сдаваться нельзя! Ориджинал Кинг, дай сил, чтобы защитить Вселенную! Да! Что? А? Странно! Где это мы? Что произошло? Что произошло? Ориджинал Кинг создал второй космос. Если останемся здесь, Рошан не сможет нас найти. Вы в порядке? Лакин! Что с вами? Поддерживать это место довольно энергозатратно. Боюсь, я долго не продержусь. Нужно скорее найти способ одолеть Рошана. Выходите, трусы! Выходите сейчас же! Я покончу со всеми вами самостоятельно! Да, он сходит с ума! Как нам справиться с такой силой? Мне кажется, есть только один единственный способ победить Рошана. Ты правда знаешь, как его победить? Расскажи, что делать! Благодаря тому, что мне пришлось испытать на себе контроль Рошана, я смог почувствовать кое-что в глубине его сердца. Ты слышал голос его сердца? Там отчаяние и злоба. Он питает глубочайшую ненависть к 12 космическим воинам и их наследникам. Однако глубоко в его сердце я ощутил кое-что еще. Тогда я не понимал, что это было. Но теперь, кажется, знаю. Выходите! Живо! Почему он так злится? Почему так сильно нас ненавидит? Просто в самой глубине души он боится космических воинов. Что? Но как? Он может нас бояться? Рошан боится, что воины могут объединиться в Ориджинал Кинг. Рошан слишком надменный, чтобы понять, что такое дружба. Поэтому Ориджинал Кинг выше его понимания. А, поэтому он обманул тебя и сделал лидером его армии. Он не хотел, чтобы вы создали Ориджинал Кинг. Лакин! Так вот вы где! Злый день! Ксандр, Ринго, продолжайте битву. Вы наша надежда. Я верю, что вы победите Рошана и спасете Вселенную Эру, как в прошлом воины Стрельца Ирака повели воинов на бой против Рошана. А? Лакин? Я был вашим врагом, пока вел армию Рошана. И точно знаю, вы способны на многое. Грег? Что? Что? Надежда и будущее Вселенной Эра зависят от вас. Ориджинал Кинг! Что? Вышло! Вы смогли! Сил не осталось. Надеюсь, это поможет. Прошу, сделайте все возможное. Ничего не вышло! Что?
зачем ты так? Ну и как себя чувствуете, космические войны? Достаточно отчаялись. Как же, наверное, глупо жертвовать собой ради других. Что ты там сказал? Замолчи! Я никогда тебе этого не прощу! Рошан, верни наших друзей! Откуда у них такая сила? Что происходит? Мы тебе не проиграем! Ты проиграешь, Рошан! Как такое возможно? Теперь ты знаешь истинную силу воинов. Ха! Ты нас недооценил! Может, мы не одолеем тебя поодиночке? Но если объединимся, то победим тебя и спасем вселенную Эра! Замолчите все! Я властелин этой вселенной! Ксандр! Ринга, давайте приступайте! Выпустите мощь Оригинал Кинга! Есть! Скричер Трансформация! Кувырок Трансформация! Оригинал Кинг! Вы не сможете меня победить даже вместе! Ребята, объединим космические силы! Есть! Соник Фиш! Итшейкер! Стил Дрэгон! Таски Антилоп! Кинг Скорпион! Фэнтези Джемини! Балки Каприкорн! Флейминг Лайон! Тандерболт Монстр! Крэкен Дрэгон! Хэви Армор! Этер Лордс! Космическая сила! Воины в сборе! Покончим с этим! Оригинал Кинг! Священный Свет! Вперед! Нет! Невозможно! Я несокрушимый властелин вселенной! Я превосхожу всех! Нет! Как я могу вам проиграть? Брат, наконец получилось! Хм! Отлично! Наконец мы вернули мир во Вселенной! Хм! Посмотрите на меня! Мне есть о чем доложить! Ха! Вы только гляньте! Когда исчезла шаровая молния, планеты вернулись обратно! Ха! Прекрасно! Простите, я пока не вернусь. Нужно загладить вину за совершенные ошибки. Сестра! Думаю, мы с тобой теперь самая популярная группа во вселенной Эра. Девочки, не хотите стать представительницами грозовой планеты? Заманчиво. Джозеф, а? Как насчет построить оазис в пустыне? Могу полететь на вечные ветра и помочь. Ха-ха, мне же не придется платить. Ну ладно, а я отправляюсь в новое путешествие. И я с тобой. Хочу наконец увидеть море.
Принцесса, а? Я буду защищать вас и дальше, как обещал. Спасибо, Янг, за все, что ты делаешь. А, я рад. Ринго, нужно лететь на землю. Ладно. Думаю, нужно со всеми попрощаться. Ксандр, Ринго. А? Именно вы спасли Вселенную и восстановили мир. Ксандр, Ринго, несмотря на любое расстояние, мы будем по вам сильно скучать. Если понадобится помощь, прилетайте. Пока! Пока! Не забывайте! Ребята, мы вас никогда и ни за что не забудем! Пожалуйста, прилетайте иногда к нам на землю! Конечно! Вот мы и вернулись. В тот же день, когда мы улетели во Вселенную Эра. Не верится, что мы пережили такое приключение. Брат, может, нам снился один и тот же сон? Конечно же нет. Я верю, что мы еще встретимся с нашими друзьями. Смотри, брат, метеорит! Загадай желание. Мы еще вернемся во Вселенную Эра и устроим там скричер-баттлы. Точно! Не сомневайся, овации и шума, ты не пугайся. Дикие скричеры здесь, поднимайся. Вау! Без соперника силы своей не познать. Без команды единства незачем ждать. Будет путь веселей, если с тобой.